Я так обгорела. Это не специально. Я просто вообще тусила на море. В плане каталась, гуляла, особо не загорала, но все равно сгорела. И я не пользовалась ничем от загара, поэтому сгорела. О, в общем, сегодня мне как-то плоховато, я даже на завтрак не пошла. Не потому что не могу, а потому что не хочу. Состояние такое, ничего не хочется. Знаете, как заболела. У меня все печет, все болит. У меня все просто обгорело. Ноги, это вообще, я вставлю фотографию. Это просто капец. В общем, я сгораю уже по третьему разу. Я сгорела на речке в Воронеже, потом сгорела опять же здесь, в Анапе, в первый день. Прошли 3 дня, я так более-менее отошла уже. И вот третий раз, когда я сгораю. Я все время забываю, но у меня просили передать привет. Просила передать привет Юлечка Бояринова, если я не ошибаюсь, да? Вот, привет тебе. Спасибо, что смотришь меня. Да и всем спасибо, что смотрите меня. Не знаю, чем вам так интересно. У меня такая печаль. Смонтировала уже 2 видео. Но не могу их выложить, потому что здесь плохой интернет. Вернее, он более-менее нормальный, но файлы почему-то я не могу перекидывать, обмениваться, что-либо выкладывать. Фотографии ВКонтакт даже очень плохо загружаются, поэтому я, в общем, не знаю, мне придется, наверное, искать какое-нибудь кафе неподалеку, в общем, какое-нибудь место однозначно, чтобы скинуть эти видео, потому что капец, просто капец. Я так не смогу долгое время выкладывать видео, а это печаль. И у меня еще одна новость. Камера, на которую я все время снимаю влоговая, она почему-то долбанулась. В общем, не знаю, что с ней случилось. Экран, который я переворачиваю между собой. Допустим, вот сейчас я на себя смотрю, и чтобы мне снимать дальше что-то, я экран переворачиваю. Так вот, когда я переворачиваю, он не перескакивает, получается картинка вверх дном. В общем, камера приказывает долго жить. А, нужно что-то, наверное, подыскивать другое. Еда в номер. Сижу, я себе здесь такая, никого не трогаю. Посмотри. Что ты там делаешь? Еще и когтями меня постоянно. Сиську ищет.